Сбербанк снизил базовые ставки и запустил специальное предложение по ипотечным кредитам на новостройки. И теперь приобрести жилье на первичном рынке можно в ипотеку под рекордно низкие проценты. Планирую покупать квартиру в новостройке, и так удачно Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Существенно выгодно. Я подавала заявки в несколько банков, но остановилась на Сбербанке, так как здесь самый выгодный процент и самые выгодные условия. Помимо сниженных базовых ставок, установлен дополнительный дисконт по кредитам на сумму от 3 миллионов 800 тысяч рублей. На минимальную ставку 6,7% годовых могут рассчитывать те, кто покупает квартиру в ипотеку на 7 лет от застройщиков, партнеров банка. Воспользоваться этим предложением можно до 31 августа текущего года при условии страхования жизни и подтверждении дохода. 6,7% – это когда наши партнеры-застройщики работают с нами по программе субсидирования ипотечного жилья. Данная программа может быть рассчитана как на 7 лет, так и на 12 лет. Все ставки рассчитаны с учетом использования нашими клиентами сервиса «Электронная регистрация». Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку клиенты банка могут через сайт «Домклик». Благодаря сервису можно приобрести всю сделку по покупке недвижимости дистанционно, от подачи заявки до регистрации права собственности.